Спор между пассажирами автобуса чуть не закончился трагически. Женщину вытолкнули из автобуса, она упала и пожаловалась на боли в руке и спине, рассказали случайные прохожие. Как сообщила сама пострадавшая, ее силой вытолкнули из салона мужчины, обычные пассажиры общественного транспорта. Причиной стало, по ее словам, то, что она заняла место кондуктора. На месте происшествия прибыли сотрудники ДПС, они взяли показания у пострадавшей. После чего инспектора выяснили, что маршрутный автобус номер 4 был причастен к этому делу. Проследовали на конечную остановку, где задержали водителя 78-го года рождения и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства по существу дела.